Меня зовут Никитин Тима, мне 14 лет. Я учусь в 92-й школе. Моего сына аутизм. Ну, когда отдавали в обычную школу, в первый класс было, конечно, очень сложно. Переживали за него, боялись, как его будут воспринимать другие детки. Дима, он очень добрый, открытый, отзывчивый, жизнерадостный. Дима бегает за девчонками на переменах. Если есть у него какие-то неуспехи, о них тоже рассказывает. Выступает на наших концертах, очень красиво поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Когда мы глядим на Диму, мы понимаем то, что он очень талантливый ребенок, мы вдохновляемся. Мы проводили и в классе уроки и доброты, и тренинги. Мы приглашали специалистов специально для того, чтобы обучить весь педагогический коллектив. Есть стажировочная площадка, на которой мы тоже делились своим опытом, что получается, что не получается. Школа на самом деле это... школа жизни, не просто школа, где получают знания, но и общаются с людьми. Детям, конечно, это помогает, глядя на такого ребенка, помогает выработать такие чувства, как толерантность. Глядя на детей, которым сложно в этой жизни, сложнее, чем нам, они и сами приходят к тому, что трудности бывают, трудности возможны, но их можно преодолеть.